Мальчик хочет кушать. Сейчас. Скажи, мама, а что это такое ты приготовила? Ой! Вышли прогуляться. У соседей здесь, смотрите, растут киви. Если кто-то не знал, как они растут, то они вот так вот. Дождь пошел, Милан. Пошли на остановку, спрячемся. А там инжир. Но он еще вовсю зеленый. Дала Адрианчику попробовать яблочко. Сорвали с дерева. И теперь смотрите, как только убираю, у нас сразу истерика у этого спокойного мальчика. Как пиявочка вцепился в яблоко. Вкусно, да, Милан? На-на-на-на-на. Ня-ня-ня-ня-ня. Ребят, как хорошо летом в каменном доме. Вообще не жарко. Ну и не холодно, знаете, не такая вот сумасшедшая прохлада. Здесь тем более и пол у свекрови каменный. Вы спрашивали меня, как зимой. Зимой они отапливают камином. И плюс есть батареи в каждой комнате. Но вот на первом этаже хватает камина. Бумбосику нашему понравилось в гамаке. Качается тихонечко. А Миланчик, вот он. Рыбка. Кукушки. Что, бумбося, что? Катайся. Качайся, вернее. Только не пей, Милан, воду. Elle est bonne celle-là. C'est bien, Milan. 3-2. 4-2, même, c'est gagné. C'est bien, Milan. Est-ce que tu peux progresser? Il t'enlève bien celui-là en plus. Hein. Утро добрым не бывает, а у нас утро доброе с песенками. Ку-ку-ку-ку! Тише, тише, не кричи, еще спит Тати. Скажи привет, Адрианчик, всем, Миланчик, привет, привет! Вот этот злой мальчик, что он делает? Он сейчас жирафику голову оторвет. Ужас, ужас! Ой, ой! Всем привет вам! Всем привет вам! Вы, наверное, думаете, что у свекрови мы только развлекаемся с Миланом, с детьми, то есть это для нас отдых. На самом деле не совсем так, потому что работы очень много в связи с наплывом туристов, клиентов. Французы, границы закрыты, они в этом году никуда не уехали. Август вообще горячий месяц, потому что я вам уже говорила, французы, они как такие барашки, обед по расписанию. Отпуск практически у всех только в августе, и поэтому работы очень-очень много. И мы, конечно же, помогаем. Я сегодня до обеда перегладила целую-целую груду постельного белья, потому что надо поменять в комнатах. Затем я готовила обед, потом Милан вот с тетей, они поехали в кино. Я почистила от кожуры помидоры, потому что свекровь будет делать соус. И что-то я еще делала и убралась в ванной. То есть, ну как бы работаем каждый день, помогаю, да, потому что работы много. И тем более Милан здесь был целый месяц, за что, конечно, я очень сильно благодарна свекрови. Сегодня вечером выйдем прогуляться. Не знаю, планировали съездить в горы, но не уверена, что получится со всем этим напрягом, с туристами. Короче, посмотрим. Хотелось бы. Про тушенку не забыла, обязательно расскажу. Погода у нас сейчас хорошая. Два дня был дождик небольшой. Сегодня отлично распогодилось. В свекрови стоит такой большой кактус, живой, настоящий, и вот он зацвел. Красиво они, конечно, тут все оформили. Дерево оливковое.
Смотрите, как у нас рабочий процесс происходит. Миланчик здесь играет с бумбосей. Я глажу свекрови такой аппарат, которым гладится очень быстро. А она внизу готовит. Сейчас я пойду помогать. Мы приехали в Лурд. Утром смотрите, какого монстра обнаружили в бассейне. Очень большая, правда, Милен? Она как ты. За ночь, на утро, короче, мы потом в бассейне находим то ежика, то там еще каких-то насекомых. А сегодня вот такая огромная лягушка. Или норма? О-ля-ля. Или го? Il y a deux sorties ceux-là, il y a une sortie 4-5 déjà cette année. Youpi, c'est tout. Attention Milan. Ah, tu veux le regarder de près? Regarde-le. Ah non, il va sauter, non, attention. Non, ça saute pas les crapauds. Ah bon? C'est bon? Je vais le balancer? Oui. Où, loin? Là-bas. Ouais, je vais le mettre là-bas, dans l'arrière. Oh là là, il est gros, non, il est gros. Oui, j'ai peur. Мы только что пообедали, Адрианчик заснул, сейчас вот появилось немножко времени в бассейне поплавать. Давай, этот мальчик уже плавает лучше меня. Мама даже не знает идти под водой. Я боюсь? Я знаю. Ну ты знаешь, а я боюсь. Ну ты бебешка. Ну а мне не стыдно, я боюсь, и все, я девочка. Девочки такие... Хотела вам сказать, что поражаюсь, конечно, французской дисциплинированности в отношении еды. Вот, например, у них завтрак, 8 часов все поели, там, не знаю, кто круассан, кофе, что-нибудь еще, багет с маслом и конфитюром. И все, до 12 свободны, то есть никто ничем не щелкает, холодильником не хлопает. Все знают, что до 12 ни крошки во рту. В 12 пообедали, в 12, ну, иногда в час. И все. В 4 часа гуте, там, например, кофе, какой-нибудь фрукт, что-нибудь еще. И ужин. Ужин у них очень-очень поздно. Можно, не знаю, в первое время, кто не привык, можно от голода, не знаю, муха вообще обнаглела, чуть ли не умереть. Ну, шучу, конечно, утрирую, но поздно они ужинают. Тем более летом это 8, иногда даже 9 часов. И все, конечно, у французов никаких перекусов нету. Не так, как у нас. Я сама уже привыкла, конечно, но иногда кусочничаю. Ку-ку! Смотрите на этого мальчика. Привет! Всем привет! Как тебя зовут, мальчик? Мирантик. Мне кажется, это не мальчик, это рыбка какая-то. Нет. Почему? Да. И у меня рыболос. Ну и что? Ты рыбка. Да что нет. Ты живешь в бассейне? Нет. Что нет, да? Я не могу rester longtemps sous l'eau, parce qu'avant je détestais l'eau. Ну, sous l'eau, да. Под водой не можешь долго, но ты же в бассейне можешь. Ты же можешь, не знаю, полдня тут. Нет. Да, да. Avant je détestais l'eau. Да, сначала он боялся. В том году он плавал с этими... ну, на руки, которые одеваются надувные, на рукавники, бросары. Как они там называются, бросары, да? Да. И с маской. Потом без бросаров, с маской. И теперь вот с очками и без ничего. С очками и... А, и с ластами, да. И смотрите, конечно, воды не боится вообще. Я думаю, что когда он пойдет в школу, и их будут всем классом возить в бассейн, то они, конечно, удивлятся. Правда? Да. Ой, мне вода попала в глаза. Сопли текут.